Бездомных кошек и собак в Новосибирске пристроили в добрые руки. Для этого в городе устраивают благотворительную выставку животных «Варежка». Посетители могут посмотреть и выбрать себе питомца. А специалисты расскажут, как помочь ему адаптироваться в домашних условиях. О том, сколько кошек и собак обрели новый дом, расскажет Александр Потенихин. Сегодня Даяна стала самой счастливой собакой на свете. Никита и Лиза решили приютить животное у себя дома. Раньше Даяна жила на улице, пока не попала в приют. Мы приехали сегодня специально сюда, потому что мы знали, что будет выставка. Походили и посмотрели, какие собачки есть, со всеми познакомились. И вот эта собака приглянулась нам, мы ее подозвали, она... Встала на заборчик, облизала руки, мы подумали, это точно наша. Все животные привиты, стерилизованы, чипированы и хорошо ладят с людьми. Ужиться с новым питомцем помогут организаторы «Варежки». Всем, кто берет собаку, дает наставление профессиональный кинолог. Все чаще и чаще люди обращаются в приюты, чтобы взять собаку. Именно с такой мотивацией, что они хотят сделать какое-то доброе дело, хотят помочь конкретному животному. И поэтому это становится каким-то трендом положительным таким, что люди не хотят покупать какое-то породистое животное, а хотят спасти, подарить вторую жизнь. А в этих вольерах своих хозяев ждут кошки. Перед тем, как взять животное домой, с ними можно познакомиться и погладить. Кураторы подробно рассказывают про характер каждого питомца. Есть свои какие-то... так называемые фишечки, то есть кто-то любит на руках сидеть, кто-то не любит, кто-то очень активный, кто-то спокойный, кто-то разговорчивый, кто-то наоборот звуков не издает. Людям, у них же тоже есть какой-то свой уклад жизни. Животные стараются понравиться людям, даже несмотря на палящее солнце и жаркую погоду. У многих симпатия появляется чуть ли не с первого взгляда. Она жила в квартире у бабушки с 20, даже больше другими котятами, и забрали, спасли, и теперь она будет жить со мной, с моим мужем, и у нее будет все хорошо. За 2 дня «Варежки» свой дом нашли 7 собак и 20 кошек. В следующий раз такая выставка пройдет осенью. Александр Потенихин и Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.